Рассказывай, куда едем? Ну что, ребят, такую отличную погоду едем. Погода хорошая, можно ехать смело. По выгледкам, самое оно. Двухдневный тур по самым злачным крутым местам. Маряш, ну что, мы уже в автобусе, да? Там кино смотришь, классное. Погода, конечно, огонь. Едем. Итак, мы сейчас будем вам показывать квартиру, которую мы сняли на Карловых Варах через Booking. Так что, да, Мария, показывай, пошли. Вот это комната мамы и папы. Ну, это будет наша комната сегодня. Такое вот зеркало, вот такие вот шкафы у нас тут есть. Идем дальше, тут наша мама Алина. Да? Так, это Вика. Вика показывает привет, свою привет. Комнату. Это наша комната, это наша спальня. Да, это спальня вот такие. Вот. Это ванна. Такая вот ванна. Ну, скромненько все. Закрывается. Да, самое главное закрывается. Маряша вот показывает. Да. Это вот самое главное. Вот тут-то туалет. Туалет. Красивый. Сейчас послушаем. А это кухня. Там мы уже греемся. Тут у нас конфорочка. Духовочки. Теперь идем в главную комнату, в которой будет наша дочь. Рома, привет. Вот такая вот комната. Смотри, какая-то как лестница. Тут много окон. Да, тут такие вот. И на улице вот такой вот дождик. Лупаси целый день. Сейчас точнее... так холодно. Давай, заходи. Так что вот такие вот у нас апартаменты. Ну, мы сушимся, греемся, а дальше уже посмотрим, что будем снимать. Так что, до встречи. Доброе утро. Ну что, у нас сегодня дождя нема. Второй день. Начинаем нашу передачу по туристическому походу по Карловым Варам. Первая точка – гейзерная колоннада. Чуть-чуть. Всегда чуть-чуть.
так. А тут уже ее шлес. Чуть-чуть наверное. Много не надо. Передавай. Последнее утро в наших Карловых Варах. Что можно сказать о городе? Город очень крутой, красивый, чистый. Всем рекомендую, кто желает приехать посмотреть, полечиться, так сказать, попить водички из гейзеров. Стоит это сделать хотя бы раз в жизни, кто живет или работает в Чехии. Да и не только, может кто-то будет проезжать по туристическим маршрутам этого города. Ну, я думаю, мы еще вернемся, мы еще не все посмотрели, еще кучу обзорных площадок пропустили, по горам не полазили здешним. Но будем это уже наверстывать в следующий раз.